В столичном регионе объявлен оранжевый предпоследний уровень опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Сегодня ожидается снег с дождем и штормовой ветер. До завтра может выпасть почти 40% месячной нормы осадков. И похолодает, так что на дорогах будет скользко, предупреждают метеорологи. Похожие ситуации в ряде других областей, в том числе во Владимирской, Ивановской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Ярославской.